Здравствуйте, коллеги! Retail Tech вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Ольга Глебова. Я директор по маркетингу сети зоомагазинов Бетховен. Рада приветствовать вас и высказать свои комментарии по вашим вопросам. Нам очень интересно ваши впечатления от Retail Tech, деловой части, может быть, наших участников, может, их стенды вас заинтересовали. Вы знаете, я хочу высказать благодарность за качественно организованную программу, когда есть понимание, зачем ты идешь, и это понимание полностью оправдывается той информацией, которую ты получаешь, теми инсайтами, которыми ты наполняешься, и теми мыслями, которые настраивают тебя на будущую реализацию в каких-то собственных проектах. Я считаю, что ты пришел и потратил время абсолютно с пользой. Вот я за то, чтобы полезные мероприятия доходили до качественно правильной аудитории, и я рада, что я сегодня и вчера провожу время на Retail Tech. И, соответственно, знаю, что я буду делать дальше с полученной информацией в рамках этих дней. Расскажите, как вы выбирали время, чтобы посетить все наши сессии? Потому что, насколько я понимаю, многие спикеры говорили, что настолько плотная информация была подана в сжатое количество времени, что нужно было прям выбирать, какую тему все-таки раскрыть для себя. Да, вы знаете, это действительно такой кейс-стади, который не просто было для себя решить, но я старалась все-таки выбирать то, что показывает тренды ритейла в целом, и в частности то, что будет полезно мне как направлению маркетинга. Да? Поэтому я, конечно, сегодня большую часть времени провожу на Мартех. Вчера я слушала выступления ключевых спикеров, в том числе на пленарном заседании. Соответственно, часть информации я почерпну обязательно в последующих публикациях и в каком-то видео, которое организаторы обещают выложить для общего доступа. Я надеюсь, что я смогу получить ту информацию, которую не смогла воочию послушать. Так как выставка проводится в первый раз, мы, конечно же, хотим, чтобы она была ежегодной, чтобы каждый раз встречались профессионалы отрасли. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, может быть, есть какие-то замечания? Вы знаете, выставка действительно важное дополнение к форуму, и я могу сказать, что мне было очень приятно пройтись по стендам. На многих из стендов есть уже знакомые мне люди, с кем мы либо общались ранее, либо даже, знаете, как развиртуализировались, общаясь в виртуальном пространстве. И это действительно приятно, это говорит о том, что рынок ритейла, он представляет собой комьюнити, в котором, в принципе, кто кого не знает, должен узнать. И вот благодаря таким офлайн-мероприятиям очень важно получать вот это очное общение, потому что исключительно люди, работающие с людьми, делают тренды, задают эти тренды и реализовывают их потом для счастливых покупателей. Как говорится, каждый ритейлер стремится сделать своих покупателей, клиентов счастливыми. Это то, ради чего мы здесь, ради чего здесь представители на выставке. Как бы мы работаем все на одну цель. А мы лишь пожелаем, чтобы ситуация с офлайн-общением все было лучше и лучше, и в следующем году выставка была еще крупнее, еще больше собрала профессионалов под своим крылом. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я тоже надеюсь увидеться в следующем году. Ну, в этом году еще на других мероприятиях тоже. Спасибо. До свидания.